და ეს შეჯიბრი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ არაფერ ჩვენი სტუდენტები და მაგრამ ძიმამზე კონკრეტულად კითხვით, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ქვეყანაგანი გადაწყვეტს მონაწილეობის მიღებას. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ფორექს და მის პარტნიორებს და ახლა დავწერთ სიტუაციას. მადლობა ანდრო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი პრეზენტაცია შეეხება კონკურს რევოლუციური იდეები ბიზნესში. და დღეს ჩვენ პრეზენტაცია ეხება ორ ნაწილს. პირველ ნაწილში მაგანი ხოლმე წარმომადგენლები ვლადიმერ ვერბიცკი და იური პიკაროვიჩი წარმოგიდგენენ ზოგადად კონკრეტულად ფორექსის რა პროექტია, ანუ რა ფორექსის თვითონ ეს რა კომპანია და რა წარმოადგენს კომპანია. ასევე ჩვენი სტუმრები დღეს არიან კომპანია Green Capital წარმომადგენლები, ბატონი მამუკა ბაჭავარიანი, ჯიმ ტორინტონი და შაული. ხოლო პრეზენტაციის მეორე ნაწილში, ანუ პირველ ნაწილში სამუშაო ენა რუსული, ხოლო პრეზენტაციის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ისუნა კონკრეტულად კონკურსის შესახებ და გავცემთ თქვენ კითხვას პასუხს. დიდი მადლობა და სიტყვას გადავცემ კომპანია Forex Club-ის წარმომადგენელს. Алло. Добрый день. Меня зовут Владимир Вербицкий. Я глава компании Forex Club Forex СНГ. Сегодня я расскажу о нашей компании, расскажу о финансовых рынках. И мы с вами поговорим о том, чем это может быть интересно для вас, для людей, которые нас окружают, ну и, собственно говоря, для рынка. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть проблемы с пониманием русского языка? Нет. Все хорошо понимают? Да. Не стесняйтесь. Да. Если я что-то быстро рассказал и не очень понятно, поднимайте руку, я буду тогда, будете задавать вопросы, я буду пояснять. На грузинском. Обращение на русском, да, к сожалению, грузинский язык уникален, да, нет, в общем-то, не относится ни к одной языковой группе, у меня в жизни не было возможности, да, с ним соприкоснуться, но он красивый. Спасибо. Скажите, пожалуйста, давайте так сделаем, вы здесь все студенты? Да. Да, отлично, ну практически, да, я понял, хорошо. Кто, чьи специальности относятся к экономическим, поднимите, пожалуйста. Так, маркетологи. Маркетологи. Остальные кто? Психологи. По-моему, пока еще не определились. Не определились? Ну, специальность какая-то есть уже? Это начинающие, наверное, первые два курса может быть и не определяют. В общем, это, наверное, специализация, да. Хорошо. Ну что, я смотрю, у нас встреча без галстуков. Вы позвольте, я тогда галстук тоже займу. Free университет. Свободный университет. Да. Это можем не снимать. Дальше. Да, я на этом остановлюсь. Теперь я чувствую себя намного лучше. Итак, скажите, пожалуйста, кто из вас знает, какие финансовые рынки существуют? Активно, активно. Кто готов? Поднимите руку. Давайте диалог. Никто не знает? Я не верю. Стесняются. Я думаю, что еще есть здесь один момент. Ребята стесняются еще на русском высказать, как бы, то профессиональные какие-то эти. Я предложил бы, например, такой формат, звучит, потому что они понимают на русском. Они могут, например, на английском высказать свое мнение. Если то есть это готово. Шегилят русулат моус минут. Если удобно на английском высказаться. О, ан магию нам это пора. Шегилят моус минут, давай гес мет русулат. Ну гери дебат. Арамин арик бинеба, да, арперсити армухты пахо. А интерактив с промышленным лобом. А потом шеет за детро, про актюра чайт. А потом инглисурат. Висят сундат, инглисурат пос. Я хочу. I played about 12 years. Stop? Yes. Okay. Okay. That's all. That's all. Too much. Okay. Ладно, я рассказывал для всех, поэтому я понимаю, что вы знаете. Мне хочется понимать, насколько вообще владеют информацией.
те люди, которые непосредственно связаны с финансовыми рынками. Итак, финансовые рынки существуют на нашей планете очень давно. Их три. Я понимаю, что назвать сейчас вы их затрудняетесь, но давайте я попробую начать. Фондовый рынок. Какой еще знаете? Фондовый. Валютная биржа, да? Фондовая, валютная. Фьючерс, currencies, золотовые, стокмаркетс. Три рынка. Товарный, фондовый и валютный. Четвертого рынка как такового нет, да, это уже производство. Итак, самый старый рынок, безусловно, товарный. В свое время люди пришли к тому, что им необходимо продукцию свою каким-то образом продавать. И в 13 веке в Италии и Европе появились площадки, на которых торговцы могли продавать объемы неопределенные. Развитие этот рынок получилось с появлением рисовых бирж в Осаке в Японии в 17 веке. И, соответственно, с момента появления этих бирж уже и стала появляться возможность и необходимость анализировать рынок, да, то есть, а как, по какой цене я смогу продать этот объем, по какой смогу купить, то есть анализ факторов какие-то влияют, да. Соответственно, товарный рынок – это рынок, на котором продаются золото, нефть, бриллианты, зерно, газ, в общем, все, что имеет материальное выражение. Это старейший рынок. Второй рынок – это фондовый рынок. Кто знает, что на фондовом рынке продается, кроме вас и вас? Ладно, не буду усложнять. Фондовый рынок – это рынок, на котором торгуются долговые обязательства. То есть есть эмитенты, которые выпускают бумаги, от которых привлекают средства. Да? То есть они обещают некую доходность, а заемщик, соответственно, дает денег компании и получает в обмен бумагу, на которой гарантирована определенная доходность. Вы знаете, что фондовый рынок поделен на конкретные крупные площадки. Да, вы знаете, Нью-Йоркская валютная фондовая, Нью-Йоркская биржа, Чикагская, Московская, Лондон, Париж, Токио там, и так далее. Огромное количество площадок. Меньше, давайте сейчас не будем об этом. Не предмет для разговора. То считается, что Нью-Йоркская и Токийская биржа, да, крупнейшие представители. Итак, есть третий рынок финансовый, очень интересный, это валютный рынок. Валютный рынок возник благодаря тому, что в разных странах есть разные валюты. И мы живем в каждой стране и расплачиваемся своей валютой собственной. В Грузии лари, в Украине гривна. В Америке доллары, в Европе евро и так далее. Но периодически есть необходимость торговать между странами, начислять займы, покупку чего-то и, соответственно, необходимы валютообменные операции. А если говорить о величине, то товарный рынок – это самый маленький рынок по обороту. Второй по величине – это фондовый рынок. Его оборот составляет порядка 300 миллиардов долларов в сутки. Это по всему земному шару. Валютный рынок самый крупный, в силу того, что валютообменные операции обеспечивают весь реальный сектор экономики нашей планеты, и объем составляет от 2 до 6 триллионов долларов в сутки. Все вы знаете, что расчеты международные ведутся в долларах. Итак, тоже является и применительно к нашей компании хочу сказать, что она родилась 15 лет назад, уже больше, именно как компания, специализирующаяся на валютном рынке. На текущий момент мы предоставляем услуги как работы с валютными активами, так и с контрактами на разницу курсов по фондовым инструментам, так и по товарным инструментам. Давайте сейчас немножечко, чтобы понять структуру, вообще, что такое рынок и для чего он нужен, я пройдусь по основным игрокам рынка. Соответственно, если брать валютный рынок, да, там крупнейшими игроками являются центральные национальные банки стран. Они, я говорю, крупнейшие, они так называемые маркетмейкеры, да, они определяют, в общем-то, динамику движения той или иной валюты в значительной степени.
Это те, которые печатают деньги, да? Если что. Печатают деньги, ну почему? Печатают деньги не всегда центральный национальный банк. Там есть разделение, да? Вот. Но да, они могут и интервенцию осуществить, и не изменяя объем напечатанных денег, да, как-то повлиять. Вторые по величине игроки – это коммерческие банки. Соответственно, вы понимаете, да, что и коммерческие банки, и центральные банки, их задача не является заработать, да, что-то здесь. Они осуществляют операции в центральном банке для того, чтобы обеспечить интересы своей страны, своей экономики. У них есть свои цели. Коммерческие банки, как правило, выполняют операции своих клиентов, но при этом они осуществляют еще и спекулятивные операции. Пример можно привести простой. Допустим, вы поставляете лес, да? Поставляете лес из России в Японию. Соответственно, для того, чтобы расплатиться, да, вы используете такую валюту, как доллары. И эти доллары потом на территории страны потратить нельзя. Да? То есть нельзя в них выплатить налоги, нельзя в них выплатить зарплаты, произвести какие-то затраты. То есть вы имеете необходимость произвести конвертацию, как крупный поставщик. Соответственно, банк, в котором вы работаете, по вашему заказу, да, операции эти осуществляет, конвертацию и так далее. То есть, в принципе, особо даже не задумывайтесь, да. Вы просите банк по текущему курсу нам на транзитный или на текущий счет ваши деньги перевести в результате операции. А это создает объем торговых операций на рынке. При этом коммерческие банки, они преследуют, то есть эта операция не спекулятивная, да, то есть она обеспечивает реальные сделки. Однако коммерческие банки, они преследуют и спекулятивные, да, интересы, то есть они используют такой инструмент, как финансовый актив. На фондовом рынке, я уже говорил, это долговые обязательства, на товарном рынке это контракты на поставку товаров, товары, собственно говоря, сами. На валютном рынке это опять же валюта. И финансовые активы, находящиеся в свободной торговле, они имеют свойство следующее, их цена изменяется. Она изменяется постоянно. Как студенты высшего учебного заведения «Основы экономики», многие из вас уже проходили, и вы знаете, да, что есть качельки такие, да, которые определяют цену. Кто мне скажет, цена чем определяется? Спросом. И предложением. Да, да, совершенно да, верно. Да. Когда спрос низкий, а предложений много, то все готовы продать, но никто не готов купить. Что с ценой происходит? Цена падает. Конечно, она падает, да, потому что продавцы, чтобы продать хоть как-то, они готовы снижать цену. Когда ситуация обратная, то есть предложение маленькое, а спрос высокий, что происходит с ценой? Цена растет. Растет цена, конечно, да. Соответственно, это правило, это одно из основополагающих правил экономики, оно действует на любых финансовых рынках. И если вы будете будущим финансистом и будете работать с финансовыми рынками, то должны это обязательно запомнить и бежать в уме. Третий по величине игроки, но самые многочисленные, это брокерские компании, клиринговые компании, брокерские дома. Одну из таких компаний сегодня я представляю здесь. Их задача предоставлять спекулятивные услуги, так называемые. То есть клиенты брокерских компаний, клиринговых домов, как правило, осуществляют сделки с целью получения прямой прибыли от изменения курса того или иного актива. Чем интересен, я не буду агитировать вас отдельно за фондовый рынок, отдельно за товарный и валютный. Опять же, мы как компания предоставляем возможность работать практически со всеми активами этими. Но валютный рынок интересен тем, что его крайне сложно покачнуть. Огромные средства для этого нужны. И трейдеры, которые работают, они работают одновременно с всей системой, они должны бояться только крупных игроков. И когда их боятся, крупные все знают. Но вы не знаете, я вам расскажу, когда их надо бояться. Соответственно, с фондовым рынком все сложнее. Почему? Потому что акции, облигации, да, какие-то товарные даже активы торгуются на конкретных торговых площадках. Объемы их ограничены. И в данном случае, конечно, крупные игроки могут влиять на цену.
Есть регулирующие органы, которые с этим борются, естественно, да, но есть люди, которые на этом хорошо зарабатывают. И тем не менее, были примеры, когда валютный рынок очень хорошо качался в ту или иную сторону. И были прецеденты, когда финансисты довольно известные зарабатывали очень серьезные деньги на этом. Кто мне может сказать пример? Или фамилию назвать? Кто помнит? Сорос. Сорос. Вы помните, что произошло, да? В 92 году он сыграл против британского фунта. Одни считают его гениальным инвестором, другие считают, что ему помогло то, что его семья владеет половиной банковской системы Англии. Да, но так или иначе, он сыграл на движение фунта и заработал 1 миллиард долларов. На текущий момент он изгнан из Великобритании, живет в Соединенных Штатах, является по-прежнему серьезным финансистом, у него есть крупный фонд инвестиционный. И он славится тем, что периодически выходит в рынок и делает какие-то эпатажные заявления, да, совершенно, что сейчас все не в курсе, да, но я это знаю. Итак, двинемся дальше. Почему появились брокеры, да? Потому что есть интерес к финансовым активам, цена меняется. Соответственно, есть не только финансовые институты, да, но и физические лица, которые хотят, или небольшие компании, или даже крупные компании, которые тоже хотят работать с этими финансовыми активами. Зарабатывать, хеджировать свои риски, то есть цели разные, да, но в основном цели спекулятивные. И в 20 веке появился такой инструмент, как маржинальная торговля. Что такое маржинальная торговля? Это когда брокер предоставляет так называемое кредитное плечо. Что такое кредитное плечо? Ну, я сейчас вам покажу пример. Есть здесь маркеры? Рисовать на доске можно, нет? Нет маркеров. Хорошо, рисовать. Представим, что у вас есть 100 долларов. Вы на эти 100 долларов по текущему курсу покупаете некое количество евро, да? Понятно, что евро вы получаете меньше, потому что они стоят дороже. В течение определенного времени цена меняется, она растет на 1%. Сколько денег мы зарабатываем? Хорошо, давайте не 100 для ровного счета, 1000 долларов. На 1% меняется, сдвигается цена вверх. Сколько денег мы зарабатываем? Минус 1% доллар, да? 1000 Если долларов. Если евро поднимается, значит меньше долларов получается. 1000 долларов, цена меняется на 1%. Процент. А. 10 долларов. На 10 и на 100 долларов. Мы заработали 10 долларов. 10 долларов. Интересно заработать 10 долларов? Меня не интересует, например, 10 долларов. Я думаю, что у вас 10 долларов тоже, как не надо. Средства, с которыми нужно работать, да, и зарабатывать, тоже не интересует. Но, соответственно, получается, что вам необходима большая сумма. Финансовые рынки интересны чем? Тем, что стоимость измеряется в пунктах того или иного актива. А фактически, сколько вы денег получите за этот пункт, зависит от того, какая величина денег вложена в эту сделку. Вы получаете, по сути, ну, не в процентах, в пунктах. Ну, как альтернативу можно процент, это будет проще, да? Больше сумма, процент тот же, но сумма и вес, да, больше. Брокерские компании стандартно на рынке предоставляют кредитные плечи 1 к 100, 1 к 200. Соответственно, если у вас есть 1000 долларов, вы можете оперировать с капиталом. Каким? 1, 200, 200, наоборот, 100, 200 тысяч долларов. Соответственно, если вы, используя маржинальное плечо, кредитное плечо, так называемое, покупаете актив не на 1000 долларов, а на 100 тысяч долларов, и цена меняется на 1%, сколько вы заработаете? 300 тысяч. 10 тысяч. Нет, 10 тысяч это много, это 10%. Заработаешь 1000 долларов. Разница есть, да? 10 долларов и 1000 долларов. То есть это уже те деньги, за которые, в принципе, можно побороться. То есть на них можно очень хорошо в ресторане посидеть. По крайней мере, вдвоем точно. Даже, в принципе, в Москве, думаю, 1000 долларов. Неплохо. Поэтому есть понимание того, что кроме компаний, которые являются финансовыми институтами, обладают огромными капиталами и могут по умолчанию на этом рынке работать, да, прямые договора заключать, обмениваться финансовыми активами на торговых площадках или на небиржевых площадках, на том же Форексе.
Есть огромное количество людей, которые такими активами не обладают, но потенциально могут зарабатывать. Купить себе ключок. Да, и для них является очень интересным вариантом использования кредитного плеча. Зачем это нужно брокеру? То есть зачем это нужно потребителю, мы разобрались. Зачем это нужно брокеру? Я хочу, чтобы разбавить немножечко обстановку. Я сейчас вам покажу коротенький ролик. Потом я подпрягну, что все со звуком. Там слышно будет. Здесь такая маленькая. Эдди Мёрфи все любят, нет? Любите Эдди Мёрфи? Нет? Ну, если кто любит, сегодня день влюблённых. А он мужчина. А он мужчина, да? Да, да. Ну, тут уж современная жизнь, да, она периодически бьет по нам. Выгодно, когда клиент является успешным. Когда он в течение долгого времени живет с компанией, вместе, совершает сделки и прибыль. Потому что чем дольше срок его жизни, тем больше компания заработает. Прокрасть деньги уйдет на следующий день. И, естественно, нам это не нужно. Вопрос в следующем. А можно ли научиться работать на финансовых рынках? Всем ли это дано? Есть мнение? Нужна удача. Так. Нужно. А если нет удачи, если каждый день падаю, нос разбиваю? Ну, получается, данные? Да. Какие? По рынку данные, на которых можно основывать свои решения. Так, что еще нужно? Нужно быть спекулянтом. Как? Нужно быть спекулянтом. Спекулянтом. Так, хорошо. Но мы все спекулянты. Что еще? Качества какие-нибудь нужны для этого особые специальные?
жилка. Чутье нужно. Чутье. Жилка нужна. Отлично, много мнений. Это хорошо. Я вам расскажу историю. Финансовый Сергей очень широко известен. Такой человек, как Ричард Деннис. Его называют королем фьючерсов. Кто-нибудь слышал про него, нет? Да, хорошо. В чем смысл? В том, что Ричард Деннис, владея финансовой компанией, фондом Texel Fund, заключил интересный пари со своим другом. Они с ним учились вместе, были знакомы до колледжа, потом учились в колледже, потом основали вместе эту финансовую компанию, и у каждого из них был разный подход к работе на финансовых рынках. И Деннис, он считал, что для того, чтобы успешно работать на финансовых рынках, надо обладать определенными навыками, знаниями, да, там, скиллами, да, и дисциплиной. Экхарт считал, что это призвание. Многие говорят, что торговец — это призвание, да? В данном случае торговец на финансовом рынке. Они решили заключить пари и проверить, чья теория верна. Соответственно, в 1983 году они опубликовали интересное объявление, вышли в Wall Street Journal, в New York Times, о том, что их компания набирает трейдеров. При этом набирает трейдеров для работы в Чикаго, то есть требуется переезд в Чикаго. Людям обещали небольшой, маленький оклад, процент от прибыли и, самое что интересное, возможность получить торговые методики данной компании. И там была еще одна маленькая интересная приписка, что обращаться могут все вне зависимости от опыта там, и так далее. Они получили несколько тысяч откликов. Долго отбирали людей, отобрали в итоге 14 человек, и Денис собирал их по следующим принципам. Он смотрел интеллект и отношение к риску. Интеллект они оценивали на основе тестов, а отношение к риску они оценивали на собеседовании. Я сейчас озвучу, из этих 14 человек, кто к ним попал, я думаю, что вы будете удивлены. Если кто-то знает эту историю вообще? Ну, понятно, да, это классика. Хорошо. Значит, соответственно, в их когорту, в 14 человек, попали два не очень удачливых трейдера. Они все-таки взяли к себе. Попал финансовый консультант. Попала женщина, работающая обычным клерком на бирже. Два профессиональных карточных игрока в покер. Попал малоквалифицированный бухгалтер. Актер. Охранник. К ним попал даже мальчик, только что окончивший школу. Вот. А также дизайнер одной фэнтезийной игры. То есть этот состав был настолько пестрым, что, конечно, глаза болели. Таким образом, началась история проекта, который они назвали Turtles, черепахи. Я не буду сейчас рассказывать в деталях, что там как дальше произошло. Они учили, давали возможность им учиться в течение двух недель. После этого дали уже возможность заключать сделки. Что произошло в итоге? В итоге через 4 года, даже меньше, через 4 года Деннис потерпел убытки, да, закрыл фирму, эти ребята разошлись. Но на текущий момент все эти 14 человек — это одни из ведущих финансовых игроков на рынке. Первый год они отработали там ни шатка, ни валка, но на следующий год уже показали там доходы по 100%, 200%, 300% годовых. Таким образом, им удалось каждого из этой пестрой команды научить, да, базовые знания в течение 2 недель. И они стали успешными. Ричард, да, он проигрался по этой сделке. Позже он вернулся в финансовые рынки, открыл новую компанию, Экхарт открыл свою. Они по-прежнему успешны. В результате Ричард с капитала $1200 в 70-м году догнал свой капитал в 2000 году до $300 миллионов. Это не единственный пример, да, когда люди делают состояние на финансовых рынках. Есть громкие имена — Уоррен Баффет,
прекрасный финансист, да, но у него другая стратегия, он работал другими активами. Много других. Успех есть. Для этого, по словам Денниса, здесь нужна система, здесь нужна дисциплина. Нужно знание предмета, в том числе. Да? То есть, Деннис был интересный человек, в каком плане сейчас расскажу. Даже мы сейчас, наверное, немножко с вами отступим в сторону. Хотите совершить пару сделок на рынке? Хотите, да? Я сейчас людям здесь дам такую возможность. Итак, представим, что в вашем управлении 10 тысяч. Нет, нам 10 тысяч каждый, да? Наличкой. Знал. А то, если вы побежите, я же не готов догонять. Итак, сейчас я вам покажу, как выглядит терминал. Этот терминал предназначен для начинающих трейдеров, для тех, кто хочет вот первые шаги на рынке совершить. Он достаточно простой. Есть намного более сложные и интересные профессиональные системы. Я вам вас сегодня показывать не буду, я не могу рассказать, кому интересно, но не более. Итак, в данном случае сейчас вы видите здесь изменение цен, да, на основной валюте. Иена, доллар, швейцарский франк, евро. Я вам предлагаю совершить сделку с евро-долларом. Вот мне нужен один смелый человек, который поднимет руку и скажет, что сделать. Продать или купить? Сэр. Как? Сэр, сэр. Продаем, да? Да. Так. Я покупаю. Продаем. Значит, она будет дешеветь, верно? Хорошо. Соответственно, я вам даю возможность управлять капиталом 10 тысяч долларов для того, чтобы мы увидели быстрый результат. Мы сейчас будем заниматься управлением капиталом, совершим сделку, купим красивый один пул. Итак, поздравляю, вы не купили, а продали 1 000 000 евро. Так, следующий. Предлагаю использовать другую валютную пару. Допустим, если кто у нас не похоже погружение. Ну, можно взять британский фунт, можно взять для чистоты эксперимента иену. Японскую иену. Продаем или покупаем? Продаем. Продаем? Все продаем. Нет, хорошо. Не-не-не-не-не. Вы знакомы с рынками. Девушки. Продаем или покупаем японскую иену? Покупаем. Девушки. Анна. Девушки, продаем или покупаем? Давайте, понимаете, или продаем? Продаем. Продаем. Отлично, девушки солидарны. Продаем. Практически на пыль. Баба, у нас открыто две сделки. Здесь отображается итоговый финансовый результат наших двух сделок. Сейчас мы видим, что у нас, значит, вместо 20 тысяч долларов 15 200. Но мы подождем немножечко и вернемся к ним ближе к концу нашей беседы, посмотрим, а что же у нас получилось. Для того, чтобы... Чем вообще интересны финансовые активы, да? Финансовые активы интересны тем, что с ними могут работать как профессиональные игроки, это речь идет о всех тех активах, о которых я говорил сегодня, да? Так и люди, которые в принципе даже не хотят вникать и понимать, а что там происходит на рынке. Есть такая значительная категория потенциальных игроков на финансовых рынках, их в Америке называются они гэмблеры. Кто-нибудь знает, что такое gamble.com? Gamble.com — это крупнейший игровой сайт в Америке, да, то есть люди азартные игры, посажены, да, на азартные игры.
Азартные игры могут быть разные. Это может быть беттинг на спортивные события, да? Это может быть там рулетка, казино там, и так далее. Это могут быть финансовые рынки. Есть инструменты, которые сделаны достаточно просто. Вот сейчас мы с вами там купил-продал, посмотрел, прогадал, думал, шарик угадал. Да? Сделали какие-то сделки. Но профессиональные игроки так сделки, как мы с вами сейчас сделали, они не осуществляют. Возможно, вы там уже заранее там анализ какой-то рынка делали, да? Девушки сделали по собственной воле, просто пальцем не так. Вот. Чем отличаются профессиональные игроки? Тем, что у них совершенно разные потребности. Первая категория – гемблеры хотят удовлетворить просто свой азарт, получить адреналин, заряд. Эти люди могут пойти в казино. Эти люди могут получить этот адреналин любым другим способом, в том числе и этим. Здесь интересно чем? Тем, что два варианта всего – вверх-вниз. Даже если на рулетке ставить на черное и белое, то там есть еще такой замечательный зеро, да. Всегда есть шанс, что не будет ни того. Здесь так не будет. Движение будет либо вверх, либо вниз обязательно. Какое-то время цена может колебаться, а потом выстрелит. Соответственно, есть несколько видов анализов финансовых инструментов. И они абсолютно одинаковые на всех финансовых рынках. Независимо от того, это фондовый, товарный рынок, мы работаем с фьючерсами, с валютами, с чем угодно. Это фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ – это анализ событий, которые происходят вообще в нашей жизни. Это может быть война, это может быть смена власти, ураган, может быть праздники даже просто обычные, которые длятся в России. Почти две недели новогодние вся страна. Испорченные урожаи. Да, пугали. Это может быть землетрясение, это может быть, ну, про войну я говорил, не говорил, да. Различные социальные какие-то экономические события, новости. Это в том числе публикация какая-то, публичная, экономические показатели, да. То есть профессиональные игроки всегда знают, что есть так называемый календарь событий. Он публикуется любым брокером, то есть каждый день. Все трейдеры финансовые знают, что вот в это время, да, будут опубликованы данные по безработице в Америке. В это время будут опубликованы там сельскохозяйственные какие-то показатели, иные показатели там. И, соответственно, каждый из этих показателей, он влияет на тот или иной финансовый актив. Если он напрямую касается, да, то есть если это цены на зерно, то они влияют, собственно говоря, ожидания, да, эти новости и на цены на зерно, и на валюты, в том числе тех стран, которые являются крупнейшими потребителями или экспортерами зерновых культур. Анализ этих данных называется фундаментальным, да, то есть почему? Потому что именно эти события лежат в основе движения цены. Если событие не случилось, движение не произошло, или произошло, но в другую сторону. Есть еще следующий вид анализа, называется технический анализ. Технический анализ – это анализ, который направлен на изучение статистических данных. То есть движение цены всегда фиксируется. Мы знаем, где, как, какое время, что произошло, какие были события и как менялись цены. И, соответственно, профессиональные игроки рынка, они выявляют тенденции. Да? Что такое тенденция? Это когда у нас есть вероятность повторения такого же движения, изменения графика, да? Как, потому что такое уже было раньше, было неоднократно, много раз. Есть различные системы механические, да, которые позволяют упрощать технический анализ и делать фактически за нас его. Есть в том числе и торговые системы в виде роботов. В том числе и в нашей компании, да, есть возможность у пользователей использовать робота, который сам автоматически использует технический анализ и принимает решение, купить или продать, дает сигнал, ну, для ленивых. Соответственно, есть специальный инструментарий для проведения технического анализа. И третий вид анализа не менее интересный, а может быть даже и более. Кто мне может сказать, что еще, кроме фундаментальных и технических каких-то закономерностей, может подсказать изменение движения цены? Третье. Психология. Психология. Есть такое понятие, как психология торгов. Мы все люди. Торгуют активами не роботы.
несмотря на то, что роботы могут жить в наших компьютерах, предлагать нам что-то сделать, будут активами люди. Соответственно, рынок подвержен влиянию каких-то новостей, паники, там какие-то, наоборот, удовлетворения чем-то и так далее. Соответственно, психологию тоже надо учитывать. Пример простой приведу. Представьте, что ну, допустим, публикуются данные о безработице. И они следующие. Когда публикуются данные, всегда есть ожидания аналитиков, да? То есть рынок ожидает, какие будут эти данные. И аналитики предсказывали, что безработица, допустим, в США составит 50 тысяч рабочих мест. А выходит новость, и по ней безработица составила 40 тысяч рабочих мест. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Кто сказал? Руки поднимите. Хорошо, да? А вы знаете, какая нормальная безработица для США? Ну, она должна быть как больше. Да, соответственно, во-первых, есть ожидания аналитиков, во-вторых, есть нормальные показатели, да? И психология, она интересна тем, что по многим вот таким событиям, которые анонсируются, рынок отыгрывает заранее. Есть ожидания, да? Да, сейчас все побегут, и я побежал. Очень важный фактор. Соответственно, этому всему можно научиться. Многие брокеры имеют подразделения, где можно обучиться. В Штатах есть ведущее заведение, называется ОТА, Online Trading Academy. Да? Они не являются трейдерами, они только предоставляют обучение. Обучение длится там одну неделю и стоит, кто мне может сказать, сколько? 10 000 долларов. Сколько? 10 000. 5 000 долларов. 5 000 долларов стоит базовый курс, базовый, без специализации всей. Соответственно, научиться можно, научиться нужно. На первых порах это может выглядеть сложно, но многие люди, не работая с финансовым активом, не торгуя, все равно прекрасно понимают, какое будет движение. Давайте я вам простой пример приведу. Как вы думаете, когда началась первая иракская кампания, война в заливе, как она отразилась на стоимости доллара? Он упал. Почему? Стоп. Вы меня простите, но давайте послушаем предположение, а не знание. Почему упал доллар? Это могло повлиять на психологию других людей в других стран, которые покупают доллары, по крайней мере. Да, логичнее было бы, чтобы он упал, чем возрос. Почему? Логика в чем? Ну, как бы... Как я думаю. Экспорт, да, есть там. Авторитет США в других странах мог бы упасть, так как они считают, что его политика этой страны нелогична или иррациональна. Политика, да, хорошо, но при этом прошу вас учитывать следующее. Да? В тот момент Ирак был одним из серьезных крупных экспортеров. И США традиционно по сей день считаются самым крупным импортером нефти. Соответственно, если начинается война, прекращается добыча, прекращается экспорт, в США сокращаются запасы, да, если они были высокие. Но даже если были высокие, они достаточно быстро начинают сокращаться, потому что они принципиально стараются не добывать нефть у себя. Да, экономика начинает страдать, растут цены там, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, доверие к доллару к европейской экономике тут же сразу падает. Что делают инвесторы, да, когда они видят, что их запасы находятся в долларах, там, в остальных активах, когда валюта, когда экономика страны ненадежна, они начинают свои активы перекладывать в другие, да, то есть они избавляются от доллара и покупают швейцарские франки, покупают евро, покупают золото там, и так далее. То есть, так называемые активы резервные, да, которые можно выкинуть всегда. И у нас возникает огромное предложение на рынке, минимальный спрос, цена падает, она пошла вниз. Есть много примеров, были интересные там достаточно ситуации, я сейчас расскажу еще одну. Нормально, упадемся, быстро. Да, один пример. Я думаю, что вы все помните, был такой политический казус с Биллом Клинтоном и овальным кабинетом. Помните, да?
Кто мне может сказать, когда эта новость появилась в прессе, как это отразилось на долларе? Как? Упал, да. Упал почему? Плохо. Плохо, да, плохо. Упал. Ладно, не буду тоже долго затягивать времени, у нас мало, к сожалению. Он упал. Упал он почему? Потому что было объявлено, что президенту может угрожать импичмент. Что такое импичмент? Это означает, что смена власти происходит не закономерно, непонятно, кто, да, понятно, что вице-президент может на какое-то время взять, но все равно будет другой президент. Это означает, что несмотря на наличие внешнеполитической и экономической доктрины, таких основополагающих документов, да, может политика и отношения поменяться. Кто не знает, чего ждать. А больше всего людей пугает неопределенность, психология. То есть, по сути, экономических предпосылок, да, снижения стоимости доллара по отношению к остальным валютам не было, ничего не поменялось, но ожидания людей, они очень сильно могут влиять на стоимость. А что случилось, когда было падение? Тоже падение было. Конечно, да. Так, никто не ожидал, что по Америке можно нанести такой удар. Это серьезно. То есть речь не идет о том, что нанести удар можно безнаказанно, да, или там. Само по себе огромное количество людей погибло, никто не ожидал этого. Трагедия, это неустойчивость, это ожидали того, что это может повториться. Вы помните, что самолеты что только попали в небоскребы, самолеты рухнули на Пентагон, и были еще там самолеты другие, которые упали. Ну, это падение доллара, это же не всегда плохо, да, для Америки, это же хорошо для экспорта, например. Хорошо или плохо это для Америки, для нас, в принципе, это является предметом анализа. Нам, в принципе, от того, что им плохо или хорошо, нам ни тепло, ни жарко. Но как инвесторам нам это интересно. Почему? Потому что пока доллар идет вниз, мы, если мы знаем, что он идет вниз, мы можем здесь его продать сначала, да, а потом здесь купить. И вот эту разницу положить в карман. А движения на рынке бывают очень серьезными. Обладая капиталом в 10 тысяч долларов, даже, да, небольшим, даже в 2 тысячи долларов, можно за короткое время заработать очень серьезные деньги. У нас были много случаев в нашей компании, когда наши клиенты, обладая капиталом 2000 долларов, за квартал, за полугодие делали 250 тысяч долларов, состояние себе, делали 500 тысяч долларов. У нас был клиент в Штатах, который принес 12,5 тысяч долларов в наше нью-йоркское подразделение, и за 4 или 5 месяцев он заработал 12 миллионов долларов. Когда я выигрываю эти деньги, кто теряет? В том-то все дело, что рынок не спекулятивный. Брокер свои деньги не теряет, он выступает посредником. Другие же теряют. Нет, смотрите. Вы заключаете спекулятивную сделку, да? Не-не-не, я не об этом. Я что-то продал, да, и из-за этого получил выручку, да? А в это время кто-то купил и поэтому потерял, да? Значит, здесь вот весь. Нет, объясню. Мы давайте вернемся к тому, кто у нас является основными игроками на рынке. Валюты продаются и покупаются. Да? Брокер перекрывает свои сделки и работает с внешними контрагентами не с одним, одновременно с многими. И задачи по покупке, да, или продаже актива, допустим, мы продали, они купили. Для них это не является спекулятивной сделкой. Они не будут ожидать, пока изменится цена. Они выполняют заказ своего клиента. И просто поменять деньги нужно. То есть брокер сам рискует, вложив свои деньги в это? Брокер не рискует. Но он же может проиграть при сделке. Да. Значит, он рискует, это же их риск. Как это не является риском, если я могу проиграть? Все просто. Брокер же не сам по себе на рынке работает. Брокер дублирует позиции клиентов. То есть, когда клиенты приходят... Чужими деньгами играют, да? Не, у брокера есть собственные средства, да? Но для чего же чужие деньги, да? Грубо говоря, у брокера есть свои средства, это его средства. А есть средства клиентов, они находятся на счетах клиентов. Они задействованы одновременно не все, да, потому что клиенты же не на все деньги сразу сделки открывают. Есть понятие такое управление капиталом, которое нам говорит, какой частью нашего депозита за уровень. Мы можем рисковать, да, в зависимости от потенциальной, величины потенциальной прибыли, а им не надо. Те, кто знает правила управления капиталом, да, там у нас учат это в Академии Бизнес-Управления, те знают, как нужно работать, чтобы деньги не потерять. Но смысл в чем? Вы все вместе взяты здесь. Совершили операции на 20 миллионов евро и обрели. Брокер тут же эту позицию открывает на внешнем рынке. Как только вы начинаете свои позиции закрывать, он точно то же самое делает на внешнем рынке. Деньги идут через брокера сюда, через брокера возвращаются назад. Нет проигрыша.
В данном случае конкретно, если игрок спекулятивный, то есть он купил для того, чтобы заработать, да? Потом продать. Да, а потом продать. Да, он может потерять деньги. Все это. Но когда работает внешний контрагент, да, у которого нет задачи, это не спекулятивно сделать. Он купил эти деньги, он продал кому-то другому, он делает кучу операций. Его задача просто поменять. Его не интересует курсовая разница. На внешнем рынке она вообще может быть несущественной совершенно. Ну, точно так же, как и для клиента, она несущественна. А накапливается и. А это называется переоценка активов. Есть такое понятие, как переоценка активов из-за курсовой разницы. Да? И это происходит, если вы смотрите за всеми банками и финансовыми компаниями. У них есть активы, курсовая разница есть. Это нормально. Это не потери, там, не это самое. Нельзя потерять деньги сразу все для крупного игрока, для банка. Почему? Потому что стоимость валюты, она не может упасть до нуля за один день, в отличие от фондового рынка, от ценной бумаги. Когда мы говорим о ценных бумагах, там страдают сразу многие, да? То есть, когда падает цена, страдает и тот человек, который эту бумагу купил, и тот человек, который эту бумагу продал. А какое влияние между этими тремя рынками? Между валютными, между фондовыми? Прямое. Все продается за деньги. И товарные, и валютные рынки, и товарные, и фондовые рынки свои активы продают за деньги, за доллары. Иногда валюты происходят расчеты в какой-то иной валюте, да? Но в основном за доллары. Коллеги, я, наверное, передам сейчас слово вам. Моя задача была следующая. Я еще один момент я сейчас расскажу, да, рассказать вообще, что такое финансовый рынок, о том, что такое, какие есть игроки, о том, какую категорию игроков финансового рынка представляем в данном случае сейчас здесь мы. И я вам скажу, да, сейчас, секундочку, еще один момент. У вас будет конкурс, да, который сейчас будет объявлен. Для того, чтобы понимать, как продвигать финансовый рынок, как продвигать эти услуги, да, нужно вообще понимать природу этой услуги. Представьте себе, что у вас есть чайник. Вы хотите его продать. Ваша задача поставить его на полку, написать ценник и основные характеристики. Вот это будут его основные потребительские качества. Цвет, форма, красивый, может он уродливый, старый, поцарапанный или он гладенький. Сколько воды он вмещает и сколько он может закипятить за минуту, его мощность, это все понятно. Товары народного потребления, так называемый сектор FMCG, их качества лежат на поверхности. Они легко продаются, они сами себя рекламируют, они продаются на полках. Услуги финансовых компаний, их потребительские качества сложны, не ясны сразу потребителю потенциальному и не лежат на поверхности. Их нужно доносить, их нужно объяснять, разъяснять. И в этом отношении всем финансовым компаниям, в зависимости, конечно, от сложности продукта, да, приходится намного сложнее, чем всем остальным. И банкам, и страховым компаниям, и брокерским домам, и инвестиционным фондам. Поэтому, когда вы будете креативить, имейте в виду, что задача первая – привлечь внимание потенциального клиента, да? Точнее, первая целевая аудитория, да, вы должны понимать, кто это. Это люди, которые потенциально имеют финансы для того, чтобы совершить сделку, потенциально в этом заинтересованы. Я могу круг вам сузить, да, определить, что это мужчины в возрасте где-то порядка от 25 до 55, до 60 даже лет, да? А при этом женщины также, но у женщин массовая доля там порядка 20%. Мужчина 80%. 75-50, вот так. А это основное отличие с маркетинговой точки зрения. Ну, теперь я передаю слово. И соответственно, на вопросы тоже не готов отвечать. Единственное, что я хотел бы немного более детально поговорить о самом Forest Club, то есть сколько у Forest Club сейчас юзеров, сколько активных сделок и так далее, чтобы больше представления имели. Давайте так, я скажу сейчас. Есть презентация. Я не заставлю вас внимательно читать. Про Forex вы знаете. Forex Club. Это на постсоветском пространстве старейшая компания, которая предоставляет услуги на рынке Forex. Искупная. Это одна, ну, по сути, крупнейшая компания на евразийском континенте. Это компания, которая входит по разным оценкам там, в десятку, в пятерку, там, в двадцатку крупнейших мировых компаний. В том числе все компании в Америке, я считаю, и так далее. Очень крупная компания.
Мы предоставляем, представлены сейчас более сотни представительств, более чем сотни, там больше. Мы обслуживаем клиентов более чем в 120 странах мира. Компания представляет собой холдинговую структуру, это группа компаний. Я уже говорил, что сюда входит Академия биржевой торговли, сюда входит несколько брокеров, находящихся в разных юрисдикциях, как в нелицензируемых юрисдикциях, типа Британских и Виргинских островов, так и в нелицензируемых. У нас есть брокеры, лицензируемые в России, США, Европе. Сейчас мы будем получать лицензии на Ближнем Востоке, в стадии получения находимся в соседней стране, в Армении. Там СБ тоже хочет, чтобы мы получили лицензию. Соответственно, наши клиенты, они получают одинаковые условия торговли вне зависимости от брокера. По сути, есть небольшие различия, да, продиктованные локальным законодательством, да, и регулированием, но они несущественны. И клиент может выбирать, где из какой страны ему работать, какими способами. У нас достаточно большое количество способов пополнения счетов, снятия средств, да, это и банки, и банковские карты, и электронные платежные системы, всякие разные. Да. И достаточно большое количество платформ, да, то есть на текущий момент мы как предоставляем платформы, которые широко известны по рынку, MetaTrader, которым пользуются очень многие брокеры, да, так и являясь одним из крупнейших игроков рынков, у нас есть собственные платформы, да, это может себе позволить только там один из самых крупных игроков. Это серьезный очень затрат, у нас есть платформа StartFX, я вам сегодня показал. Она направлена на начинающих трейдеров. У нас есть платформа Rumus, у нас есть платформа MetaTrader, у нас есть платформа Trader, у нас есть платформы для наших крупных клиентов, которые имеют депозиты от полумиллиона долларов, да, там особые условия котирования. Что еще рассказать? Какие цифры? Да, наверное. Мы в огромном количестве рейтингов участвуем, где там занимаем призовые первые места. Вот Forbes Magnates у нас по итогам 4-го квартала вернулся в топ-15 мировых форексных компаний. Мы активно выступаем за регулирование рынка и являемся инициаторами и консультантами в разных странах, правительств, Министерства экономического развития, центральных банков, по созданию законодательства, регулирующего этот рынок. Да? То есть такой процесс сейчас у нас происходит в России. У нас есть богатый опыт, мы консультировали Национальную фьючерсную ассоциацию в США. Мы консультируем сейчас Минфин, ЦБ и Федеральную службу по финансовым рынкам России. Мы сейчас консультируем Центральный банк Беларуси по этому поводу. Мы работаем с Центральным банком Армении по этому поводу. Мы сейчас очень плотно работаем и готовим нормативные акты еще в ряде стран. То есть мы хотим сделать, что дает регулирование, да? Регулирование дает то, что рынок становится прозрачным, появляются общие стандарты для всех игроков, он становится более конкурентоспособен и направлен на потребителей, конечно, безусловно. Мы входим в ряд крупных ассоциаций, да, компаний некоммерческих, общественных, саморегулируемых, которые выступают, которые включают в себя крупнейших игроков финансового рынка в данной сфере, да, занимаются опять же нормотворчеством, законотворчеством и выступают арбитром между конечными потребителями, то есть выступают в роли арбитража и тем или иным брокером. При этом управление этими компаниями осуществляется независимыми людьми. Председателем совета директоров нашей компании является Павел Дебухин. Это очень серьезная известная фигура в мировых финансах. Он является одним из основателей группы «Тройка» и «Диалог». Я думаю, вы знаете о такой финансовой компании. Сейчас он является главой российского отделения представительства Deutsche Bank. И эту должность он занял летом и помогает нам компанию двигаться в стратегическом плане развиваться очень серьезно. Страны, которых мы представлены, я уже говорил, что мы представлены достаточно широко здесь, на этой карте вы можете видеть. Это и Россия, и страны ЕС, и Азиатский регион, Украина, Казахстан, Беларусь, Армения, Латвия, Азербайджан, Молдова, Узбекистан. Я думаю, что в ближайшее время мы будем представлены здесь, в Грузии. Я думаю, что, в принципе, на этом я могу завершить. Да, конечно.
мы продолжим и после ответим на вопросы. Большое спасибо. Эхлан Лабаракат, по-моему, конкурсе сейчас ахэм, раз я фрагмент в твоем конкурсе. Рогат, если я конкурс пью Реутсу в идее в бизнесе, да, Рогат, что мы говорим о бизнесе, Форис Баби, арис миллиардный корпорация, Роман Сацлавс, ора самоздат, я таси активный мохмарэбэн. Ора самоздат, а таскарсионный базас. Так вот, сайт РСО ИСТ, Раша ИЗЛЕБА, Рогат, что я думаю, Форис Рома, Гамбу и Кенос, ЭС база. А ну, такой ган, сантирова, СИДИ, расчерва, как мы там, сам, вот эти магали в трипо. Чуэром, все идет вот, почему стало за сервисы, там сервисы, мы еще увидели, дай фанам, он молод, гада, сахады, а потом ухвалил. СИДИ, он дает нас хути, тут на ГУРДН, он дает вас наставили, ну, вот, мы увидели. Все идет вам, Эдит. Ես նա դատել PowerPoint-ի, շենտեք ունեք ասկա դա պանիլին, այդ է, վորմաշտը գամուր զամնիլ է, թե սիր թանելթատ, չու ենց իմեյլզին։ Ամը չու են գոմուր չես հետև շեգիտ լիատ, այդ ույոտ է նախոտ, չու են սայիձը Facebook-ը Санкт-Петербург компания Green Capital Research за мурмет. А пирс акумулоши там чизро танчомлобас тито форекс клуб. Мы гайгет форекс клуб шесахэп да шесаломисат миктитрос да амди компания да рамодени мен идея семсахурево мат шемсла. Чуентуис эсарис тунц зогер ахолгазду почта ямачу ахолгазду почта тут на тарду семи нечна пасента от заокрасу комедат эсарис онлайн казино визде дзарин диди асет кват мундац или оба ахолгазду визна чуен гвинзеру цвета амас ам азар цивуцет цвета окру мецнеру да цвета схуами мартулеба да дарамиян им шеузлия тауиси асет кват инелек из цодлиз да сшемет намухай неврит Ишон Занди Танха, Ара Умай Казиновичи, Арамет Форексе, да, эсэти сафит, асэткват, хаоси цотни, Ишон Тауспис, давац канал, да, гром Тауспис капитал. Амито Мумоволши, чуэн пикрот, вахом Мумоволши, чуэн шэн Мулупан, там компания Санбазарзе, да, эс конкурсе, эм сапурэбэ, зуста, тэртэрти, асэткват, эсэрэ популяризации, мизни, да, меоре, мизани, эсэрэ, чуэн, Авричиот, гумдеби, ахлгаздебеби, ромни чели, ба, армарто, конкретно там конкурси, гамрджо кулебиан, меоредан, месам ја дека исто кулеби да пен. Арамет, че излеба, чуем вишлот и сем чуем зумич. Еха, магали ти нахет, чуем ро, трейдера ви сапа на родце змидио да, о, и абсолютно арико, сачи роро, и са уцелет хопли хопина систи. Ио, ам ден ми студенти, о, абсолютно, цва, спец специализации, с кване адамни. Ամտեմ շեսավամի սետա նուգանի խիլով համ կոնկուրս, որոց մարդո կոնկուրս, անուգանի խիլ է թեսրով շեսազվուբա չայրտոտ ձան գլոբոլու սիստեմաշի դա իղոտ ձանին գլոբոլու կոնպանիիս թանամշրոմելի ակսակարտովուշի Да, эсария на данный момент имеется от капитала, ведь два человека овладе, да, шоулос арстуисит сота фунт. Твоени мизани, арис амурчат креативный идея, ту раше или во мир идет рамадамия, не вс, сайт за шестуисас. Эше или во его спорустул пакет, да, эше или во его спомнул пакет, сахар или гадахта, эше или во его спада с креативной идеей, ану идгинато, чуем позора сформу да, тиатас и пулияни, адамияни, виса чело, мюхидот раваца. А из Равца у нас есть особенность армудленный туманс мир. Ну, что еще не было? Худ мы с Бердиани, ПД, Фалш, КД, Панели, Равц, Компротоли. И мы объясним, что еще из Лева есть сквагам стиле, сквагам, сквагам, компании, сасыпат. Еще Лева есть линки, интернет-линки, управо, кроме сетектема, Равц, дескрипшн, Мерекуэмот. Еще Лева есть Пенни идея, Пенни в Европе, Сквиси, Уплеярсе, Булигам стиле, Ворогоц, Мерекуэмот. Еще либо по скриншоти, а вы были только от интернета. А ну, такое не идея, арали, а уцели бы, ну, эссе да и церос, а не рагаться, только от эссе арали, сады по моему шевалде, эссе арали, рагаться, он говорит, улет. А ну, что это, ну, что мы, а не то, кто-то, 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 кто-то,
კომპანია ძალიან დიდია და არ გაუჭირდებოდა 100-200000 დოლარი გადახდა რომელიმე ასე ვთქვათ დიდი კოლეგის აგენტოზე სოფლიო რეიტინგში და იმად დაიკვეთათ ასე ვთქვათ რომ ეთქვათ რომ იცი რა ეხლა მე მიდე რომ კლევა გავაკეთო ვთქვათ ჩემი იუზერებს შორის იმიტომაც არის ამორჩეული ფრი უნივერსიტეტი რომ და შესაბამისად სხვა უნივერსიტეტების აქტორში არსებული სხვა უნივერსიტეტების ასე ვთქვათ ეს ინტელექტუალური პოტენციალი რომ ჩვენ ჭირდება საგიდები იმ ასაკობრივ კატეგორიად რომელსაც თქვენ ხეთ წარმოადგენთ ანუ ჩვენ არ ჭირდება ასე ვთქვათ ჩარჩოებში მდგომი ბიზნესმენებისგან რომლებიც მეცნიერულად მიუდგებიან ამ საკითხს ამიტომ იფიქრეთ ყველაფერზე გაყიდეთ თუნებოთ კარაქი გაყიდეთ სერვისი გაყიდეთ ნებისმიერი სხვა საფის მომსახურება თავარია რომ თქვენ იდეა იყოს მოწონებული ასე ვთქვათ მენეჯმენტის და ხელმძღვანელობიდან ფორექსის და კიდევ ერთხელ ფას გაუსმევ რომ ეს არ არის მარტო ის 1000 ლარი, 700 ლარი და 500 ლარი, ეს არის დრამდიდი პერსპექტივა იმუშაოთ გლობალურ ასე ვთქვათ სისტემაში და გლობალურ კომპანიაში. ამიტომ მოიგიდეთ ამას ასე ვთქვათ საათ. თუ არ არის მეტი კითხვები, კი ბატონო, ჩვენ ვთქვით რომ ფორექსი არის ასე ვთქვათ წარმოგიდგენ სხვა სხვა ქვეყნებში, ძირითადად ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ანუ რეალურად მაინც გააკეთეთ იმაზე ასე ვთქვათ აქცენტი რომ რეალურად ეს არის უფრო დსთ-ის სივრცე ასე ვთქვათ, ესეც ერთ-ერთი მინიშნებაა, რა შეიძლება ასე ვთქვათ გაიგიდოს, კარგი კითხვაა და მაგრამ 250,000 ეს არის მთლიანად იმ იუზერების რაოდენობა, რომელიც არის მთლიანად წარმოდგენილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თუმცა ძირითადი სპორტი პროცენტი user of hospital SMB. Что? Сколько процентов от всех юзеров Forex от hospital SMB? Ну, это не такие цифры. Процент 70-60. Больше, чем у компании нашей. Да, ну, да, да. Проблема, что в арте сэндеса услуги нового, что чинезы бюджеты, мдени, раоденобис, тумца чинезы до Бразилии, а там, да, ты уехал. Это еще китхо. Джобия, ро, коммуникация, туарикина. Შეიძლება არასწორად წავიდეთ, რა იმიტომ რომ პრეზენტაცია რაზეც გაკეთდა და პრეზენტაცია გაკეთდა თვითონ Forex Club-ზე. ჩვენ ახლა არ ვეძებ Forex Club-ის მოდერნიზაციას თქვენი გადმოსახედიდან. ჩვენ გვაინტერესებს ახალგაზრდების თავისუფალი მოსაზრება, ეს out of the box მოსაზრება, თუმცა რა შეიძლება გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ კი საკმე რამე best practice-ი არსებობს სოფლიოში, ესენი ამას გააკეთებს. აგერა ჭირდებათ ესე აიღოთ სტუდენტების რაღაც სხვანაირი რაღაცა. აი რაღაც რაც თქვენ იცით და ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ სხვა პაკალენიაო სხვა ასაკი ვართ, სხვა შეიძლება ვერ ხედავთ ისეთ რაღაცებს, რაც შეიძლება დაინახოთ თქვენ. ზანით. აი რა მაინტერესებს, წელა ახსენს, რომ არის რობოტიო, რომელიც იცვლის სიტუაციებს, მაგალითად, სადღაც ურაგანი რო იყო, მე რა მოვიდა პიჟოს. ეს რობოტი შეუძლია ყველამ გამოიყენოს, ხო, ვინც დარეგისტრირებულია. და რაღაც პაკასკას მინიშნებას აძლევს, ხო? ანუ ეგ სტანდარტული პროგრამის ის არის რომ მინიმალური თანხა რამდენია რომ აი ვებსაიტზე დავრეგისტრირდე და ვითამაშოთ ხო სკოლკი მინიმალური сумма что подписи комент кам есть такое понятие как техническая рекомендованная сумма технический минимум на платформе ставка фикс $30 $30 да ну это не да плечо это не те деньги на которые можно что-то заработать там я рамдену зуби а сколько плечо например там $500 то есть предлагаешь если я зарегистрировался и заплатил $30. Объясняю. Плечо. Хорошо. Плечо стандартное у всех. В данном случае мы можем работать с кредитным плечом 1x100. Но если у нас есть достаточно залоговый депозит, мы можем кредитное плечо варьировать сами. Мы можем работать без кредитного плеча 1:1. Да? Мы можем работать с кредитным плечом 1:2, 3:5 там, и так далее. Варьируя степень риска, работая в соответствии с правилами money management, управления капиталом. Поэтому максимальное плечо – это возможность. А оно доступно сразу любому пользователю. Итак, это ერთი შეკითხვა, რა. ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ, ხო თქვენ გეცოდინებათ, ხო თქვენ ჯგუფელები? ომია ეს აბუნებია. ერთი წუთი რა, ერთი წუთი. ხო, მეგობრები ყავთ, ვისთანაც ურთიერთობაა, გავიგეთ რომ არდადეგები ყოფილა, რა, არ ვიცით სამწუხაროდ ადრე დავამთავრეთ ჩვენ მისტებს თვითონ, არ ვიცით არდადეგები.
ხوار შეიძლება რომ ამან გამოიწვიოს წინადადებების ან იდეების ან მონაწილეთა ან სტუდენტების აქტიურობის ნაკლებობა რომ დაუშვათ ეს არის თებერვლის ბოლომდე თუ გადავწიოთ ერთი კვირა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ვიტყვი რო გადავწიოთ კაი კი უკეთესია რომ გადავწიოთ ანუ ბავშვები რო წასულები არიან არ არიან ესე ფეისბუქზე ლინკინგზე რაღაც ძირითადად ამ უნივერსიტეტში ვაკეთებ რა არდადიან ნიკოლს უნივერსიტეტში ანუ დაფარმოდება არის დაბალი ხო ეს ამას ვერ გაიგებ იმიტომ რომ გუთხარ უნივერსიტეტის მეილზე მე შევიდა ყოველდღე რომ წავდი უნივერსიტეტში ეხა არდადებები მაგდა შევხვდი ფეში ერთხელ იმიტომ რომ უბრალოდ არ მაინტერესებდა არ მოგა ხო მოთხო ხო არაფერ საჭიროება არ არის იმის რომ მოსახო ხო კიდევ რამე თუ გაქვთ ისეთი არ მოგერიდეთ რა ეს იმისთვის არის რომ აი ხა რეალურად რაღაც იდეა მაქვს ხო მაშინ რა საერთოდ თორეს არა მე შენი იდეა გაგაქრებ შეიძლება დავაკოპირებ ჩინელებს რა და აღარ იქნება იდეა პრობლემა არა ხო ამ გამოცემ მაგისთვის ვარ ხო მე ხა ვეცხად შეიძლება არა ეს რა იყოს მეტო მე ვიღაცას გავლენის ქვეშ მოვაცი შეიძლება ესეთი იდეა თქვა რომ ნობელის პრემია აიღო და არ გამოიგო აი მაგე ამბიცია ამიტომ იქ არის რაღაც გარკვეული წესები და ჯობია რომ წესების მიხედვით ვიყავით კიდევ რა შეკითხები გაქვთ კარგი. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს რომ ვისაც მოახერხებთ რომ მეგობრებს დაუკავშირდეთ და საკმაოდ საინტერესო ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არის იმის რომ არამარტო ფულადი ჯილდო მოიგოთ რომელიც ჩემიაზეთ მეც ვიყავ სტუდენტი ხა 1000 ლარი ცოტა არ უნდა იყოს 2000-დან 3000-დან იდეა შეს არ არის კულევა ეს არ არის სტატისტიკა ეს არ არის მარკეტინგული რაღაც ახლართული გლობალური რაღაცა ესა პრინციპში არ წახვიდეთ საჭიროება არ არის იმის რომ ფორექსისკენ წახვიდეთ წახვიდეთ უფრო საჭიროება არის აი როგორც აგისნა თქვენმა მეგობარმა უფრო საჭირო არის კრეატიული იდეა როგორ მოხდეს 250000 კლიენტისთვის რაღაც დამატებითი სერვისების შეთავაზება ან როგორ შეიძლება 250000 ადამიანს რაიმე გაყიდვები შეგვიძლია რა ეგ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა პროდუქტის რა კვერცხი იქნება ქათამი იქნება თუ რაღაც პროგრამის ნაწილი იქნება არა ხო მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ რაც მეც გავავრცელებ თქვენ მეგობრებში და აშიარებ სადაც შედიხართ ხოლმე ფეისბუქია თუ სად რა კონტაქტები ძალიან სასარგებლო იქნება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოში ხარ შეიძლება თან ხარ იყოს ეს მნიშვნელოვანი რა დაუშვათ იმის და მოკლედო ჩვენი აზრით არ არის ეს ცული სამოტივაციო თან ხარ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გეკრება პოტენციალი გახდეთ გლობალური კომპანიის ასე ვთქვათ თუნდაც ინტერშიპი რო გაიაროთ ან რაღაც სტაჟირება რო გაიაროთ თქვენი CV-სთვის ეს საკმაოდ ლიკვიდური იქნება მომავალ თქვენი კარიერისთვის რა ჩემი აზრით ეს ვიყავ თქვენ სტუდენტი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იქნება არა ქართული კომპანიის არამედ რომელსაც ლონდონში და მოსკოვში ოფისები ესეთი კომპანიის ოპორტუნიტი რაც მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ უფრო დიდი მოტივაცია შეიძლება იყოს სტუდენტის ვიზრდე ხა 1000 ლარი შეიძლება ზალას გააკეთო შოუ კარგი დიდი მადლობა დიდი მადლობა წარმატებით შეგვიძლია